Денис, первое впечатление от боя. Что думаешь? Очень хорошо, комфортно себя чувствовал. Немножко было вялость в ногах. Ну ничего, затем прошло. Не форсировал события, боксировал так, как мне было удобно. Делал задачу тренера. В целом доволен своим выступлением? В целом доволен. Есть еще над чем работать, безусловно. Но я доволен, наверное, процентов на 75. Спасибо, Денис. Поздравляю. Спасибо.